Сенсационный Николай Цискоридзе и Анна Чиповская в очень плохой пародии на Рики Мартина от актера, режиссера и музыканта Алексея Воробьева. В юности Анна вообще тянула на сомнительные приключения. Она снималась в еще одном видео Воробьева «Новая русская калинка». Борис Щербаков и Успенская любят друг друга на раскладном диване в интерьерах советской хрущевки. «Ты меня любишь? Лепишь, творишь, малюешь?» И это не самая странная строчка песни. Там есть еще что-то про ночь дневную. Видео с православными мотивами получилось тоже довольно абсурдным. А Алексей Кравченко в некрасивой куртке, Дмитрий Дюжев и Егор Бероев в клипе про непростые любовные истории, ревность и измену. В то время, когда Spice Girls выпускают культовый Wanna Be, а Depeche Mode снимают It Is No Good, Алексей Шевченко снимает клип в квартире без мебели. За тюлем прячется юная Екатерина Стриженова. В 1997 году еще волосатый Максим Аверин окончил театральное училище им. Щукиной отметил это съемками в клипе. Компанию ему составил Леонид Барроце из «Квартета». Ивар Калнинш обманывает неопытную девушку, за что платит кровью. Выпускница пятой фабрики звезд Ирсон Кудикова думает, что занимается сексом с Дольфом Лундгреном, а оказывается, с домушником, которого в итоге избивают тростью. Дольф Лундгрен все-таки приходит и забирает Ирсон в космос, а придумал все это известный режиссер Юрий Грымов. Сейчас 40-летняя Зосимова, дочь основателя MTV Россия Бориса Зосимова, домохозяйка и мама двух сыновей. А когда-то в ее клипах снимался сам Игорь Верник. У Ларисы Долиной много хороших песен и совсем мало клипов. И кажется, мы понимаем почему. Завершает нашу подборку уютное видео про застолье с участием Алексея Булдакова.